А мне надо про мужа узнать. Про мужа? Давайте про мужа узнаем. Давайте. Как фамилия, имя, отчество мужа? Лукьянов Александр Евгеньевич. Евгеньевич? Да. На сегодняшний день служба судебных приставов у него нет задолженности. Акция судебных приставов нашла самый горячий отклик среди посетителей и работников центрального рынка Саранска. Подростки предпочитали проходить мимо. Они еще пока не обременены долгами перед госструктурами, и для них мероприятие носило скорее ознакомительный характер. Сейчас очень легко стало скачать приложение ФССП России, ввести свою фамилию, имя, отчество, дату рождения, и можно посмотреть имеющуюся задолженность. Там же можно оплатить. Задолженности различных категорий, возможно, штрафы ГИБДД, административные штрафы, штрафы суда, также вообще абсолютно любую задолженность, которую имеете, в том числе и коммунальные. Для молодежи эту акцию еще можно было бы назвать «Проверь свой баланс». Активные пользователи интернета и мобильных телефонов прекрасно знают о современных коммуникационных технологиях. Народ очень интересуется данной акцией, потому что это очень легко сейчас по этому приложению посмотреть свою задолженность, там же оплатить. И также пользуется больше популярностью у более возрастной группы населения, потому что у молодежи как-то все это легче осуществляется, возможность доступа к ноутбукам, к компьютеру, также к телефону. А вот у более взрослой категории населения это вызывает большего спроса. За время акции сотни людей узнавали об отсутствии у них долгов по различным категориям исполнительных производств. Жены интересовались финансовыми проблемами мужей, матери, своих детей. Все получали мгновенный ответ от судебных приставов. База данных находится в открытом доступе, и любой человек может узнать эту информацию, едва только пожелает. Евгений Волков, Александр Данилов. Наши новости.